Привет, моя дорогая. Как у вас классно. Моя хорошая, проходи. Я принесла на сладкое. А замечательно. У меня работы так много. Саша поехал. Ага. Вещание нужно сдерживать. Поехал за умным песком. А, да ты что? Он все сдал. Я ему сказала, какой нужен. А куда он поехал-то? Он поехал, наверное, в жемчужную плазму. Да? Да. Но вещание нужно сдерживать. Он умный песок она хотела подарить Машеньке. Вот. Проходи. А у нас тут, понимаешь, ожидания. Тут вот девочка проверяет качество. Качество чиз гарлик нано. Там я тебя отложила, не куцну. Привет. Привет, какие у тебя сережки. Ой, как она улыбается. Такая позитивная у нас Даша. Я тоже Даша. Тоже Даша. И тоже загадывайте родилась желание. В октябре. Надо... Быстрее, давайте. Так, вот тогда. Ты... Наша Даша 10-го, а ты 11-го. Теперь давайте загадывайте желание. О, боже мой, да? Сейчас загадаю желание так. Так, надо покрутиться. Список желаний, что ли? Нет, одно, но такое, знаешь, как еврейское, да, хочу, чтобы у моей кровати перед моей смертью в 100 лет присутствовали там мои внуки, у которых дома и мерседесы. Проходи, проходи, солнышко, давай. Слушайте, как у вас вообще прям... Так, сейчас... Будем греть, потому что мы уже приготовили, постарались. Пахнет фантастически. Ну да. Как туда пахнет, когда я к вам пришла, вы готовили. И еще мы будем есть вот из этих тарелок. О, классно! Смотри, смотри. Палак-пани. И там, значит, гоби-манчуриан, вот здесь соус его. Угу. Сейчас разогреем. Как у вас красиво. Все светлое. Это не моя квартира на Академке. У вас светло. Ну, когда будет своя, тоже отремонтируешь так. Угу. Маме хочешь? Не, ну ты не хочешь. Здравствуйте. Без камеры здороваться как-то нет. А потом скажут, а потом напишут, что... А чего это он не поздоровался, не все пришел? Он уже поздоровался, это просто на бис. Аплодисменты. Молодец. Я не буду здесь сидеть, там надо хорошо. Свои дела делать. Давай. Так, ну что, это липецкий бювет. Потом будем индийский чай приготовим. Давай, за встречу. За встречу. Такое ощущение, что я в кино. Попала в декорации, которые я видела сюда по телевизору, и теперь, думаю, ничего себе. Выглядит вообще фантастика. Что это такое? Ой. Можно пробовать? Конечно, давай, начинай пробовать-то. Можешь смотреть на них, что ли? Это чиз гарлик нан. Счастье, счастье. Счастье, счастье. Были на индийских танцах в воскресенье. В общем, Индия нас как-то, наверное, призывает уже. Призывает, да? Я думаю, да. Я думаю, скоро. Может, по-русски. Ну, надеюсь. Чартер купить себе. Наверное, да. Надо это на канале объявить, что... И быстренько соберем. Товарищи, собираем чартер. Кто умеет? Я знаю одну женщину. Она собирала чартеры много лет. Да? Да. Вот видите, как это... Какое знакомство может пригодиться-то? Индийское знакомство, кстати. Тем более. Прям... Так классно, здорово. Знак-знак. Да. Сейчас буду черный чай с кардамоном и имбирем. Имбирь уже потерла. Пьешь индийский чай, масала? Ни разу не пила? Вот так вот, да? Свекровь ни разу не сварила, потому что
А потому что без сашини... Я здесь, я его не варю, да. Потому что, да, он меня просто закормил, запоил там в Индии этим чаем, и я его просто не делаю здесь. Ну, сейчас и попробуем. А мне сашини ассоциируется с тем, что он постоянно с маленьким, с таким стакашкой чая. Вот я иду по Рамболе, он постоянно, то там его встречу с чаем, то тут, он все время болтает. Всегда он здесь тоже всегда был с чаем, это у него было прям вот, даже с утра был, ну, как бы с круассаном, а так всегда у него был чай, это прям вот, мама, папа, чай? Я здесь отдыхаю от обязанностей жены. Мама, папа, чай, круассан. Еле нашли обычный черный чай. У нас все то зеленые, то какие-то супер-пупер чаи, корейские. Эй! Эй! Вот. Надо просто обычный, совершенно обычный, самый дешевый черный чай. А вначале я какой-то манговый. Думала тут... Думаю, ну, принцесса Нури, самый простой. А там оказалось просто в коробочке из-под простого какие-то манговые. А я не рассмотрела, заварила. Так, сейчас чуть-чуть потру имбиря. И вот если стакан воды, то на стакан воды надо стакан молока. В воде вот это все покипятить. И теперь заливаем молоко. И индийцы стараются подольше кипятить вот это все. Так, я сказала, да, что я кардамона положила немножко. Вот, молотого зеленого. Ну, есть смесь специй, масала-чай. У меня просто нет, я не часто пью, вообще здесь не пью масала-чай. Ну, все, закипело. Индийцы любят покипятить еще минут 5. Имбирь. Девчонки, что вы там секретничаете? Две Даши. Игрушки, да, какие-то динозавры. Пока мы музыкальный на радио управление. Фарфоровые чашечки. Такая у нас есть. Показывай, что ты привезла. Ты говорила, что это что-то там суперинтересное. Это лучший эклер города. Это не просто я сказала. Об этом вкусные штучки называются, да? Да, вкусные штучки. Кондитерская Кирилла Виноградова, да? Да, это на Спортивной находится. Я вам еще с ГОА говорила. О, да, да, ты с ГОА еще. Это лучшие эклеры. Да ты что? Вот, сейчас вы попробуете. Но ты говорила, что они там с чем только не делают. Они с маскарпон. Вот эти самые бомбические. Угу. Я вам еще привезла тортики на пробу. Это не домовый, а это кешью. Ох, что супер. Будем чай пить. Будем чай пить, да. Вот тебе, значит, смотри, чашечка с Патриком, там разглядишь, обезьянка там, вот видишь? Класс. Да, вижу. Я с ним уж так не познакомилась, это так обидно. С Патриком? Ну, познакомишься, надо Саше позвонить, мы же обещали. Какие чашечки красивые. Да, это кто-то из зрителей нам дарил. Даша, конечно, старалась. Даша, не с Дашей, допустить, да? Да, не но... так часто. Папа, папа. Класс. Папа, сайрам, сайрам. Сайрам. Первая вот эта Даша. Да, и Адерван Даша. Саши, hello. How are you? Hello. Nice to meet you. I'm fine. I'm very fine. I'm sorry. Ви дринкинг масала чай. Как она любит по телефону разговаривать. Девчонки. And also we have cake, different cakes. Very nice, yes, we finish eating gobi manchurian, and yes. Так танцуй. Very good. Happy to see all of you. Yes. Happy. Thank you. Давай, пока. Ты песенки поешь. Она певица у нас, она певица. Дим, пирожное возьми. Эклерчик. Люда молодец. Люда приготовила опять тортик. Садись.
Да, да, ты вместе так, попробуешь. Дима, бери хлебчик. Я видела этот торт. Ты не видела его, это новый. Это новый торт, ты понимаешь, ты видела другой. Крем другой. Отрежь ему кусочек, Люда, отрежь ему кусочек тортика. Дим. Да. Этого? Ну не торт ей дашь. Это орехи, да, телефон? Да. Даша? У тебя звонит кто-то, да? Да, скажи. Очень вкусные, Люда, пожертвуй своей диетой. Попробуй. Давай. Хотя бы разочек. Потом просто... Потом просто... Иногда нужно себя баловать. Поголодаешь. Нет, нравится. Я не понимаю, что это за крем такой? Как делать? Это... Тот был, я видела, со сгущенкой. Это сметана. Там была сметана и вареная сгущенка. Угу. А здесь свежая сгущенка, сметана и творожный сыр. Но сыр, который не покупной, а который из замороженного кефира делается. Я так не умею. Просто покупаешь пакет кефира, обычный пакет кефира. Пластиковый. Хоть мягкий, хоть, ну, как в тетрапаке, да, любой. Кладешь в морозилку, он замерзает. Ну, как бы, может, на ночь, достаточно его ночи. Потом достаешь из морозилки. Просто удобнее пол-литровые, они лучше в сито ложатся. Берешь вот или кастрюлю какую-нибудь, вот емкость, да, ставишь на нее сито, кладешь марлю. Туда вот в марлю этот замороженный кусок. И как бы марлей так вот, ну, прикрываешь, оставляешь на столе при комнатной температуре, он тает, сыворотка вся стекает, а в марле у тебя остается вот этот творожный сыр. Ничего себе. Да. Из сыворотки я пекла блины, но они уже закончились. А вот этот творожный сыр, этот получается его в крем. Я вот и для булочек синабонд его делала. Вот. А можно мне рецепт? Я смотрела, хочу, потому что тут ходила напротив галереи, смотрю, там вот, ну, вот есть же это кафе. И вспомнила, что вот вы показывали видео, я прям так думаю, я тоже хочу приготовить. Да. Мне бы рецепт. Я из Ютуба смотрю девочку Таню, я по ее рецептам делала, у нее и вот этот торт тоже из ее рецепта, у нее всегда получается. У нее как бы там простые продукты, простые пропорции, все, без всяких там 100 грамм, там не знаю, этих каких-нибудь там перышков чего-нибудь. Там, у нее трюфелей. Да, ну все простое как бы и по приготовлению. Тебе тоже надо кулинарный канал открыть, ты все готовишь и готовишь, хлопочешь и хлопочешь. Я не знаю, не, вот не мое. Не готова я к этому. Я еле осилил. Угостись, пожалуйста. Я даже не знаю, на вы, на ты, я теряюсь. Так вы же одногодки. Мое тело сударное от природы, спасибо. Угостись, пожалуйста. Давайте с собой положим. Самые вкусные пирожные в городе. Да, это правда. И тортик потом тоже попробуйте. И тортик потом, Сережа, попробуй. А потом мы с вами еще сходим, они делают необычное мороженое. Например, там, знаете, не знаю, черный хлеб и селедка, например. Или черный чеснок и вино. И это, ну, кажется... Это мороженое? Да. Это кажется какой-то кошмар, а вкусно. Просто по-другому это как-то обыгрывается. Нереально вкусно. Они вот домашние. Это вот они вообще, ну, такая небольшая кофейня. Вот у меня просто друг работает. Они на спортивной Красного курсанта один, по-моему. Ну, не в наших. Не-не-не. Ну, там просто как бы... Ну, она такая местечковая, в принципе. Но те, кто знает, они прям с города туда приезжают. Я вам еще в Гоа рассказывала. Я помню, да. Да, а про эти эклеры писали в этом. По-моему, The Village. Или, ну, вот петербургское какое-то издание. Вот сравнили. Потому что, ну, тут на втором месте были... Вот помните, мы с вами заходили в Дом купцов Елисеевых? Но они там дорогие. А эти по цене как бы, ну, то есть они не по цене, а не по объему больше, то есть вот по соотношению. Да, то есть там вот такие малюсенькие. Поэтому вот. Я давно же хотела все показать, вот как сейчас удалось. Замечательно. Вкусные. Вкусные, да, очень вкусные. Крем такой. У тебя там друг хозяин? Нет, у меня друг, он кондитер, он делает. Кулинар. Ну, да. Делает. Да, эти тортики всякие. Вкусняшки. Против друзья? Да. Не, одно время там. Это сейчас ну, что-то. Ты в Гуа так смотрелась живенько очень. Да. А сейчас вот чего-то... А ты была бы... Я побольше была. Давай. Ну, то есть, я все время вспоминаю, Ирина как-то в видео сказала, аппетит. Что в каком-то возрасте женщина должна выбрать либо стройную фигуру, либо молодое лицо. Что-то типа такого. Ну, без морщин, в смысле. Да, да. Поменьше морщин. Вы шли в магазин, когда пандемия была, с Натальей вы разговаривали. Ну, я да. Так впервые это услышала. Я такая, спустя какое-то время еще замечаю, что действительно. Ага, с Людой. Да. Вот она выбрала, сказала, что типа это деревянно и интересно детям. Вот.
И вот такой вот песок еще. Ага, смотри, смотри, смотри. Ложка, 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 ложка к пирожным. К пирожным, к мороженым. Подождите, вы ваше преосвященство. Все булки вот так вот расковыряла. Ну, скажи, а вы не разрешаете, если же сама любите? Пирожное люблю, да? В таких количествах, да. Надо это все нам. Блюсти. Это все нам. Вот, и такой песок. Тут написано плюс 6, но я своей племяшке покупала два года. Если под присмотром, тоже они в песке играют. Да, ну Машеньке понравится, Машеньке понравится. Если как бы будете глядеть, как они играют, то нормально. Просто, ну как бы, значит, зима будет уже в песочнице не поиграть. Ой ты, боже мой. Ой ты, боже мой. Это не мама, это вот тёзки. Так, лавочка. Что это, да? Ну, покажите. Это вот. Little Chick Train. Или Chick. Маленький поезд. Ой, вяночий. Птичий, птичий. Да, нравится тебе? Так. Класс. Открывай, скажи, открывай. Сейчас я тебе покажу, Пусечка. Сейчас. Это то, что я говорила. Песок, умный песок, да? А почему умный? А он такой, знаешь, как... Он в... Вот если ты его комкаешь, он такой твердый. А его можно вот так вот, как пластилин тянуть. Вот, там 2 килограмма. Это вот особенно, когда детки, ну там зимой не поиграть. Ну тут написано типа, ну типа 6 лет. Но мы вот племяшки покупали с 2. Она вот с моей сестрой сидела и как бы лепили вместе. Ну, интересно. Ну сейчас Машенька придет, мы проверим. Вот, а это? Это Машенька. Да, а это ты будешь играть в паровоз. Смотри, паровоз. Да шо. Там крутятся, да, вот эти все? Ага. А Люда сказала, что им интересно. Ну, а да, они любят разбирать, собирать. А вот я не знаю, тут, наверное, какая-то игра есть. Я не знаю. Лишняя деталь. Лишнего тут много выкинула. А это, надо привязать ее, ложечка. Шнурок какой-то. Смотрите, реально как шнурок. Да, да, это, наверное, таскать. Вот будет как собачку таскать. Смотри, Даша, вместо собаки. Ты же играешь там... Она играет с собакой, которая не водится, а сыграет Маруся. Лишние детали. Скажи, я тут убираю, а ты тут не мешаешь. Вот. Все по фэншую. Вы же с ними так весело? Ну? Скажи, что ты тут? Ей понравилось. Я тут строю. Убираю. Ну, в данном случае она считает, что она строит. На, держи. Ну, да, на. Вот, смотри, Дашу. А, ну не по фэншую опять, да, давай. Не лезь. Паровозик из Ромашкины. На, держи. Так тебе так нравится играть? Вливает воображение моторику. Приятный, влажный, как морской песок. Не липнет к рукам. А вот тут написано, песок предназначен для детей от 3 лет. Не предназначен для еды. Да, но Дашенька у нас может начать есть. Ну, поэтому надо присматривать. Да. Пластилин она пыталась. Вот. Ну что тут есть? Замки, цвета, формы. Идеи. Или это что? Идеи, игры, волшебный песок. Что это такое? Непонятно. Мы сейчас откроем и узнаем. Вот он даже называется. Для юных архитекторов. Ага. Привет, привет, красотка. Знакомься. Они похожи, да? Похожи. Смотри, как она обрадовалась. Сестра пришла с работы. Как он хоть выглядит-то? Давайте вытаскиваем. Не знаю, что, но прикольно. Ну вот да? Коробка. Давай в коробку и высыпем. Это песок, но он какой-то типа особый. В состоянии твердый. Ну давай, ты его высыпи в коробочку, мы посмотрим. Как пластилин, только вот попробуй, подержите. Вот, типа как на... Только давайте его это тогда на пол. Да, вот видите, его начинаешь разминать как песок, а так как пластилин.
Да, интересно, слушай. Ну а есть формочки? Нету формочек там внутри? Написано, что нет, были, а тут нету. А у вас есть какие-то формочки? Наверное, сейчас спросим у Люды. Ну прикольно. Вот видите, он разваливается сразу. Да. Или вот так. Поэтому я не играю с песком. Прикольно. Ага. Смотри, Маруся. Можно лепить. Да. Угу. Маруся, ты какое счастье, разваливать все. Сейчас, вниз. Ну да, вот он получается, как вот так он как снежок. Угу. А так хоп-хоп, как песок. Ну приятно, да, вроде. И главное, да, да, главное, чтобы Дашулька это не хватало. У Дашульки есть паровоз. Да. Что тут написано, что там безопасно, небезопасно. Написано, что липнет к рукам. Липнет, это да. Не, написано не липнет. Может, мы какие-то неправильные руки. Мы неправильные. Ну, так написано. Ну вот, да, написано играть под присмотром взрослых. Ага. Сейчас. Вот состав. Кварцевый песок, полимерные материалы. Все. Ага. В Питере сделано у нас. Маруся, стой. Маруся, стой, да. На пол. Только в коробочке. Так и лепи в коробочке. Как вообще? О? А вот так вот смотри. Ну, правильно. Давай еще. И таких мешочка получается. Действительно, такая мини-песочница. Ага, да. Смотри, видишь, у них так-то, так-то игрушек-то сколько. Ну, вот по всей хате. По песок, по всей территории. Ну, он приятный, действительно. Да, да, ага. Давай присоединяйся, смотри. Хорошо. Он только с мылом взбивается. Ну, потому что в нем какая-то жирная эта структура танцует. А? У вас одна поет, другая танцует. Там дуэт. Как это? Как не дуэт, а... Они тандем, тандем. У них коллектив. Да, да. Music Hall. У нас где-то... Мы один высыпали. А, это снежки лепить? Боже мой. Совсем для ленивых. Для ленивых. Это мой. Да, еще денег покупали когда-то. Видите, даже это простой у нас совсем снежок. Молодец. А он есть, и спасибо. Идеально ровно. Ой, они там двойные, тройные, разные фигуры. Смотрите, снежколёпы эти. А, ну если я... Снежколёпы. Я думала, что это шутка, что есть такая история. Оказывается, правда. Двояти? Да. Снежки? Да. Мы руками лепили. И мы руками, да. А можно мороженое сделать? Ну не шутка. Колени. Смотри, смотри, стоит такая ножка. Если бы было, я бы тоже не... Ножка такая. Ну она воображулька. Воображулька. Смотри, виноградинка. Марусь, по-моему, Марусь. Там три было. Марусь, смотри. О, не-не-не-не-не, так дело не пойдет. Не-не. Сейчас будет у вас как в квартире в Гоа, знаете, песок по всей квартире. Гоа, да. Один тазик будет океан, а другой тазик будет песок. Да, и неплохо. Динозаврика будешь? Мне не нравится, да? На, держи. Где же ты раньше была с динозавром? Его ждали. А может пока вот эту штуку взять, потом мы ее помоем от столика, и пока на нее лепить. А то мы тут уже начали на пол все передвигать. Да. Пока попробовать, может, на ней будет удобнее. Ну ты песок, он же не цветной, это же не пластилин. Ты как песочек, просто дома играть. Вот как раз снеговик это. Гуа-гуа. Как на песковичок. Да, вот. Точно, песковичков лепим. О, давайте лепим песковичков. Так, это большой. Готовимся это к Новому году. Это будет основание. Представляете, мы заскучились, да, все? Напишем сейчас гуа. Вот так вот. Да. Индия, гуа. Так. Это гуа. Это море, Индия. Гуа это штат. Штат в Индии. Это нужно лапки, да? Да, наверное, этот или надо как третью? Этот? Нет, надо уже. Третью нет, этот надо... Носик? Как его? Да не носик ушки, а шляпа, ведро, да-да-да. Так у нас вот есть вот такой... Вот! Надо поменьше взять. Тогда вот. Нет, есть же такая штука поменьше. А может быть эти крышечки от всяких разных бутылочек? Нет, у нас есть эти квадратики, у нас он как-то тает. Тает на глазах. Теплая атмосфера здесь просто. Поэтому посмотри где-то в ящике. Сейчас надо будет детям мыть попы в океане. От песка. Сейчас они в ванну пойдут. Это будет у них океан. Сейчас будет вам океан. Так. Готовьтесь, дети, в Гуа. Нет.
Смотри, такая дамочка такая. Смотрите, они так вообще... обе сидят. Ага. Интересно. Одинаково. Ну, сестры как-никак. Да, скажу, удивляться. Даже мне нравится это все. Правда, что? Даша, нормально же общались. Что ты такое делаешь? Ну вот. А, не, ты чего? Ты это даже брось мне. Фукака. Да, прикольно. Молодец. Динозаврика сделала. Так, ну давайте попытка номер 5. Хитро, сразу 2 его ставить. И бегом в шапку ему. Подожди, сейчас. И лапки, я делаю лапки. Ну ты шляпку сейчас он справа. Ну ладно. Стоит? Да поставьте на 2. Он рушится. Нет, а он рассыпается, видишь, он рушится сам, да, от своего лода. Он вес, сам он, видишь, вес не держит. Ага. Он 2 не держит. Он, видишь, все равно не предназначен для такого масштабного строительства. Ну что, да, на картинке они показывают замки вот эти, это все. Не знаю. Как обман? Они строят эти... Обман. Социологический. Обман. Это да. Да. Что это еще? Все классно. Надеюсь, он будет играть. Да. Пока этот... Каждый день. Пока не закончится, знаешь, ты вот так вот, где все равно не соберешься, все равно... Ну, будет... как закончится, видите, снова. Я снова привезу. В мусорке. Прикольно, пока под кроватью еще как-нибудь маленькие детальки не потеряются. Спасибо. Вот, ну, по которым я сделала, да, вот это вот именно на это, да. Вот прям хочу. Тренажер. Ну, который с помадкой сверху. А, эти которые кругленькие, да. Надо латать. Надо латать. Ну, все пределы, заметьте, эти все заняты. Все строители, юные архитекторы. Здесь у меня много запчастей еще от ваших этих игрушек. Тут, да. Так, ну что? Продолжаем гадать. Надо. Ну вот вот сегодня эксперимент, да? Пойдем? Караб. И ты хочешь, да? Нет, а ты понятно. Нет, у нее вот собачка. А в какой-то день-то за это. Сережа, одна, он кушал. Даша пришла и Маша, и прям обе в истерике, пока он обеих на каждой колязе не посадил, ни одна не ушла. Ничего себе. Да, кушают, а обе включились. Они бывают такое, вот они когда кушают, они приходят за миссией, за данью. Миссия, пойдем. Ну, что вы? Блин, а? Не хочет она с вами оставаться. Пойдем. Пойдем. Даша, нужно ехать. Пойдем. Пойдем взять пирожные. А у нас пирожные есть. А Даша привезла пирожные. Будешь? Интересно, скажите. Давай. Интересное предложение. Садись. Променяли тебя на пирожное. Ничего. Что, тебе ложечку дать? Все, давайте под шумок. Давай. Под шумок. Ага. Кушай. Пушка мне, мой сладкий, ну. Да. Я вас люблю очень. И мы тебя любим. Спасибо огромное. Пока, все, спасибо. Давай. Ага. Пока, да. Маруся там чмокните за меня, извините. Давай. Пирожное у меня все это. Все будет. Ага, пирожные перебороли все-таки. Ну хоть что-то. Любовь. Вообще. Ой. Да, хоть чем-то отвлекли.